Форум «Много нас» собрал более 1000 участников. Это представители многодетных семей и те, в чьи профессиональные обязанности входит оказывать им помощь. Участники первой секции форума обсудили меры государственной поддержки. В Подмосковье их около 30. Ежегодно из бюджета на них выделяется 11 миллиардов рублей. Это и пособие неработающему родителю, и различные выплаты, связанные с рождением третьего и последующего ребенка, и экстренная социальная помощь. Также, в отличие от некоторых субъектов, в нашей области есть материнский капитал региональный, который составляет 100 тысяч рублей. Кроме того, теперь многодетные семьи могут рассчитывать на компенсацию стоимости школьной формы в размере 3000 рублей. Мы также в этом году в Подмосковье позаботились и о бесплатном питании всех детей, которые учатся в школе. И я считаю, что это та инициатива, которая от вас нам была адресована, а мы ее услышали. За 3 года многодетным семьям было предоставлено более 10 тысяч земельных участков. И если получить их в области перспектива реальна, то стоять в очереди на улучшение жилищных условий можно десятилетиями. Необходимо ограничить время ожидания субсидий, решили участники форума. У нас есть конкретная инициатива, ограничение по времени предоставления субсидий. Многодетные семьи должны точно знать, что у них есть определенное время, а исполнительная власть должна точно понимать, что это время ограничено и нести личную ответственность за предоставление жилья. В рамках секции «Пренатальный ребенок» участники форума обсудили необходимость установки в медучреждениях бэби-боксов. Например, в Люберецком районе они работают уже 3 года. За это время там были оставлены 23 ребенка. При этом не было допущено ни одного убийства новорожденного. Мы выполняем абсолютно все те законодательные вещи, которые необходимы о передаче потом ребенка в семью. Все дети это усыновляются. Часть детей возвращается обратно, потому что у мамы есть до полугода время передумать. Голосование в зале показало большинство собравшихся за появление бэби-боксов. Это будет отражено в резолюции. Самая торжественная часть форума – церемония награждения. На сцену по очереди выходили женщины, благодаря которым за 3 года число многодетных семей в Подмосковье выросло в 1,5 раза.